Всем привет, меня зовут Арина, и вы на моем канале о моде. И сегодня я продолжаю серию своих новогодних видео. В прошлом видео я с вами делилась трендами и идеями образов, в которых можно встречать Новый год. А в этом видео я бы хотела с вами поделиться находками, которые я нашла онлайн. Некоторые я смотрела и вживую, но в основном это те вещи, которые я нашла онлайн. И это будут бюджетные находки, то есть находки до 10 тысяч рублей. Я просто себе поставила такой примерно ценник, выше которого я не поднималась. Их будет довольно много, и все эти находки будут соответствовать тем трендам, которые я перечисляла в предыдущем видео. Постараюсь чуть-чуть рассказать о каждой вещи, которая будет в видео, но все равно я не буду долго затягивать, потому что находок достаточно много, я надеюсь, вы найдете для себя что-то подходящее. И не будем затягивать, начнем с черных платьев. Черные платья — это такая база, которая нужна всегда, даже не на Новый год. И первое платье, оно, пожалуй, самое дорогое всей подборки, оно стоит 10 тысяч рублей, и нашла его в Личи. Это платье достаточно простое, платье сверху выглядит как майка, снизу такое полупрозрачное, и на нем наклеены интересные такие стразы в виде капелек. Второе платье тоже нашла в Личи, оно уже стоит 9 тысяч рублей. Оно тоже в стразах, но стразы здесь немного другие, то есть в них все платье. Оно тоже достаточно минималистичное, супер облегающее. И в целом хочу сказать, что вот эти платья, которые имеют очень тонкие бретели, совершенно простые, без всяких там наворотов, выглядят всегда очень здорово, очень элегантно и интересно будет подчеркивать ключицу. Следующее платье я нашла на Wildberries еще давно, его можно носить не только на Новый год, стоит оно 3000, где-то 600 рублей, но я, если честно, не знаю, как формируется цена на Wildberries, может быть, она у вас совершенно другая, когда вы смотрите это видео, или у вас вообще индивидуальная скидка. Это платье очень красивое, минималистичное, с горловиной халтер или американской проймы, как его еще по-другому называют, которое всегда очень красиво подчеркивает плечи. И плюс этого платья в том, то, что оно абсолютно будет подстраиваться под то мероприятие, на которое вы его наденете. Новый год дополняете определенными аксессуарами, будет новогоднее. А какой-то официальный прием, визит, званый ужин дополняйте другими аксессуарами, другой прической, выглядит совершенно иначе. Все зависит от деталей. Такими деталями могут быть, конечно, аксессуары, макияж, прическа и, конечно, маникюр. Я уже несколько лет делаю маникюр себе сама, поэтому решила пройти полноценный курс, чтобы наконец-то понять, как делать это правильно, красиво, аккуратно и безопасно. Мой выбор пал на школу Сакрамел. Это одна из крупнейших школ в Москве. И выбрала ее, потому что у нее очень опытные преподаватели с множеством наград и, конечно, огромным бэкграундом. Я выбрала базовый курс по маникюру, потому что для меня это идеальное соотношение цена-качество. И я получила полный пакет информации, начиная от норм Санпина и техники безопасного маникюра, заканчивая подробной инструкцией о том, как делать, собственно, этот маникюр, и проработкой страхов даже начинающего мастера. Да-да, этот курс подойдет не только таким любителям, которые любят поделать себе ноготочки под сериал, но еще и тем людям, которые хотят заниматься маникюром профессионально или даже открыть свое дело. Вообще весь курс разбит на блоки, в каждом блоке несколько уроков примерно по 30 минут, и курс я проходила онлайн, поэтому мне было супер удобно посмотреть курс или в метро, или в кафе, или дома. В общем, где бы я ни находилась, я всегда могу выделить 30 минут и посмотреть какой-то курс. Мне очень понравилось, что курс не отнимает много времени, потому что для меня это супер важно. Информации там достаточно много, и она достаточно такая увесистая, но она сформулирована очень емко и сжато, поэтому смотреть очень легко и интересно. Естественно, во время курса у меня возникало очень много вопросов, но в Сакрамел очень удобная система общения. Вы можете задавать вопросы как в общем чате, где находится куратор и другие ученики, которые проходят курс, или задавать вопросы прямо под видео. А домашние задания выполнять вообще одно удовольствие, потому что, во-первых, они интересные, а во-вторых, ты получаешь полную обратную связь от преподавателя. Они очень доброжелательно объясняют все твои ошибки и рассказывают, как можно совершенствовать свои навыки. После прохождения курса каждый участник получает сертификат, который подтверждает квалификацию начинающего, но уже мастера. Ссылки на курс я оставлю в описании, поэтому если вы заинтересовались, обязательно заходите, вам точно понравится. Следующее платье я нашла в бренде Idol, это достаточно новый бренд, и он как бы заменит у нас Massimo Dutti. Это платье продается сейчас по скидке за 9300 примерно рублей. Оно тоже очень простое, очень элегантное, и у него есть такой акцент на шее в виде кристаллов. И опять же, за счет вот этой американской проймы платье будет очень красиво подчеркивать плечи.
Далее перейдем на мой любимый в этом сезоне вид платьев. Это платья-футляры. Их я нашла в Манго, в Лиме и на Wildberries, естественно. И первое платье в бренде Манго. Стоит оно 5000 рублей. Оно супер, опять же, простое, как и практически все платья из этой подборки. В нем нет ничего лишнего, но также в нем нет бретелей. Если вы посмотрите мое предыдущее видео, узнаете, что платья-трубы такие, лип-топы-трубы, это сейчас очень актуально. И в целом это классика, но сейчас она обрела, так скажем, вторую жизнь. И вот это платье как раз относится к этому варианту. Вы его, кстати, сможете смело носить потом и в офис. Еще одно платье, в которое я практически сразу же влюбилась, как его увидела. Вообще, у Лиме очень вышла интересная новогодняя коллекция. По ней видно, что она вдохновлена Валентино, но конкретно это платье с бантом сзади очень напоминает мне вайб «Завтрак у Тиффани», вот эти платья от Одри Хёбберн и Дживанши, это просто потрясающе. Стоит оно 8000 рублей. Единственный в нем минус, это, конечно, в том, что оно достаточно запоминающееся, и его, в отличие от предыдущего варианта, в офис потом не наденешь, потому что сзади огромный бант. Следующее платье я нашла на Wildberries. Его уже нет в наличии, но, как мы знаем, сегодня нет, завтра есть, поэтому я все ссылки оставлю, я уверена, что оно еще появится в наличии. Это тоже такое облегающее платье, без бретели, без всего, и оно из бархата. Здесь оно в двух вариантах есть. Есть из обычной ткани, а есть из бархата. Я бы рекомендовала именно из бархата, потому что первая ткань, она какая-то достаточно простая, а вот бархатная текстура будет добавлять немножко такого лоска, глубины, такой роскоши. Я думаю, на Новый год это то, что нужно. И еще одно платье, которое чем-то напоминает мне фасон платья Мартиши Адамс. Это тоже платье с Wildberries, у меня оно стоит 4200 рублей примерно. И оно сделано из ткани плиссе. Я в отзывах посмотрела картинки. Практически на всех типах фигур это платье смотрится хорошо. Единственное, я бы была очень аккуратна с ремнем, потому что если вы выберете какой-то супер простой ремень, то он будет, конечно, портить весь образ. Я бы поэкспериментировала, посмотрела, как это платье смотрится без ремня, с ремнем, и выбрала бы наиболее оптимальный вариант. Следующий блок бюджетных находок — это кружево. Забавно, но еще в прошлом году, когда я искала что-то кружевное, вот этот кружевной лонгслив, его было очень сложно найти, и в целом прошлой зимой еще не было так много кружева, а в этом сезоне у меня открыто, мне кажется, тут вкладок 15 точно, потому что кружево появилось повсеместно, его стало абсолютно непроблемно найти. Первое, что я бы вам хотела показать, это платье Лиме, оно стоит 7000 рублей, и это, по сути, обычная комбинация, но она выполнена из очень красивого кружева. Ее можно носить, как нам показывают стилисты Лиме, вместе с брюками, которые также у них продаются, или как в качестве самостоятельного элемента. Можно надевать поверх футболки, если это более повседневный вариант. А можно, например, на Wildberries купить самое простое платье без бретелек, или боди, или шорты и топ облегающие, и надеть в качестве просто какой-то прослойки снизу плотной, чтобы платье не просвечивало. Но если вы, например, как Дуа Липа, абсолютно не стесняетесь, вам комфортно в полупрозрачном платье появляться и в белье, вы можете абсолютно смело надеть какие-нибудь красивые черные трусы, черный лиф и пойти в этом платье на Новый год. Также в Лиме есть брюки из кружева и боди из кружева. Боди, кстати, мне очень понравилось именно своей вот этой очень милой горловиной. И в целом Лиме подобрал очень классное кружево, очень красивое. Бывает, знаете, такой гипюр бабушачий, а бывает прям красивое очень кружево. В Лиме именно вот второй вариант. Следующая находка — это платье из Love Republic. Стоит оно 7000 рублей. И здесь как раз-таки оно немножко опасное. Опасно оно именно в том плане, потому что его можно очень некрасиво застилизовать. Его можно застилизовать как то самое бабушачье платье из плотного гипюра, а можно застилизовать как кружевное платье, которое я показывала в своем прошлом видео про тренды. Извините, я буду его часто упоминать, потому что эти два видео очень взаимосвязаны. И как его застилизовать, чтобы это было современно? Добавляйте больше небрежности, это супер важно. Не добавляйте сюда никаких перчаток, высоких, бархатных тем более. Здесь нужна максимальная легкость, и тогда это платье будет выглядеть супер элегантно
и супер современно. Следующее платье бренда Be Free, но я его также видела на Wildberries, там, по-моему, на него была небольшая скидка, но цена не сильно отличается, в Be Free оно стоит 2800. Это платье, в отличие от предыдущих, супер простое по крою, длинный у него рукав и огромный разрез сбоку. О чем нам говорит этот разрез? То, что здесь предполагается ношение какого-то низа, или какая-нибудь юбка мини, или макси-юбка, или брюки. Я бы, конечно же, больше стилизовала с брюками, потому что это добавит немножко такой классики, немножко грубости. Если мы говорим о том, с чем носить в дальнейшем это платье, мы можем его надевать с рваными широкими джинсами, просто широченными, с грязными джинсами, ну, естественно, с эффектом грязи, с эффектом выцвевшей джинсы, и будет смотреться очень круто. Еще одно платье, его я нашла на Wildberries. Его сейчас, опять же, нет в наличии, но, может быть, оно появится, просто можно иметь в виду. Оно, по-моему, стоило около 3 или 2 тысяч. А оно очень странно сфотографировано на манекене, но вы на это абсолютно не обращайте внимания, потому что видно по платью, что оно супер классное, супер современное, в таком готическом стиле, длинное, просто в нем я представляю, как девушка заходит в ресторан и проводит там новогоднюю, рождественскую ночь. Выглядит шикарно. Поэтому обращайте внимание всегда на вещь, а не на то, в какой обстановке она сфотографирована. Особенно, конечно же, это относится к Wildberries. Я думаю, оно того стоит, и если оно появится в наличии, я вам его очень рекомендую. И завершим, пожалуй, тему кружева топами и юбками. Вот этот, кстати, топ, который на мне, он из Be Free, но он из прошлогодней коллекции. Как я уже сказала, было очень сложно в прошлом году найти какую-нибудь кружевную вещь. Сейчас же их полно. В том же Be Free появились лонгсливы кружевные. Оно, по-моему, сделано из того же кружева, что и платье, и выглядит на самом деле намного круче, чем тот лонгслив, который сейчас на мне, но что имели на тот момент, то и купили. И стоит оно 1800 рублей. Также у нас есть в личи несколько даже лонгсливов кружевных, тоже из очень красивого, но это скорее не кружево, это сетка с таким рисунком, который напоминает кружево. И второй лонгслив очень похож по рисунку на тот, что сейчас на мне, стоит тоже 3300 рублей. Вот, если вам такое нравится, пожалуйста, присмотритесь, в личи есть. Сообщаю. И последнее, это две юбки из кружева. Первая в манго, стоит она 7000 рублей. Я надеюсь, они у нас есть в России в наличии, потому что я смотрю на их сайте, непонятно, что у нас сайт связан с тем, что сейчас есть у нас в магазинах, или это вообще две отдельные истории. В общем, нужно искать. И вторая юбка. Расскажу вам лайфхак, как найти прозрачную сейчас трендовую юбку за не очень дорого. Вы просто на Wildberries или на каких-то таких маркетплейсах вбиваете слово «подъюбник». И подъюбник — это обычно как раз та самая трендовая сейчас прозрачная юбка. Она может быть или кружевной, или со вставками из кружева, или вообще полностью прозрачной. Моя белая юбка, которую я купила себе прозрачную, это как раз таки подъюбник. Следующий блок находок — это вещи в пайетках или в целом в различных блестках. И первая находка, которую я отрываю от сердца, я ее впервые увидела не онлайн, а именно офлайн, и я вам скажу, выполнена она очень качественно, это юбка в Love Republic. Стоит она 6600 рублей, и она имеет именно тот актуальный сейчас фасон. Кстати, это юбка-шорты, забыла упомянуть, что тоже немаловажно, она не будет задираться, спускаться и так далее. И она имеет тот самый фасон, просто вот такой юбки, мини в виде полоски, выглядит классно, и вот эти заклепки, пайетки тоже прям супер. Добавляют ей какого-то шика, ее можно будет носить также в повседневной жизни, помним про casual шик, который сейчас очень актуален, и также на новогоднюю ночь надеть. И следующее, чем я бы хотела поделиться, это юбка в пайетках и вообще вещи в пайетках. И, естественно, я подбирала те пайетки, которые, я считаю, сейчас выглядят более удачно. То есть я ни в коем случае не добавляла в подборку вот эти юбки с Wildberries с тонкими пайетками, которые уже есть у всех. Я выбирала юбки, которые выглядят как такая чешуя русалки. То есть у них очень плотно располагаются пайетки. И первая юбка, она стоит 3600 рублей. Вообще в Be Free очень классная новогодняя коллекция. Это юбка длины миди, черного цвета, и она просто невероятно, если честно, поблескивает от света. Если у вас намечается именно вечеринка, где будет игра со светом, эта юбка, я думаю, будет сиять как никогда раньше. И второе, что у нас есть в пайетках в Be Free, это черное платье Maxi, и оно... А, здесь написано миди. Но на самом деле оно длины Maxi, оно прям в полный рост, особенно если учитывать, что средний рост женщин... Не как у фотомоделей, у модели рост 175, если у вас рост ниже, это 100% будет длина Maxi.
И это платье совмещает сразу же несколько трендов. Первое — это драпировки, второе — это длинное черное платье, и третье — это пайетки. Причем пайетки очень-очень классные. Единственное, смотрите, чтобы у платья был какой-то подклад, иначе все эти пришитые пайетки будут очень сильно царапать вам тело. Следующие две юбки будут выполнены в серебристых пайетках, и они на самом деле очень похожи. И вы можете просто выбрать та, которая вам больше подойдет по посадке или по цене. Первая это в бренде Lime, стоит она 7000 рублей, а вторая это в бренде Cella. Она очень похожа на первую, но она уже здесь, по-моему, в длине макси, но вы регулируете в зависимости от размера, плюс можно подшить и так далее. И в Cella она стоит 3600 рублей, то есть чуть дешевле. Мой любимый комплект, как и то черное платье с бантом в Lime, это топ и юбка бежевого цвета в пайетках. Мне кажется, гений тот человек, который придумал делать бежевые, именно бежевые пайетки, потому что выглядит это просто невероятно. Здесь у нас топ с горловиной халтер, с таким немножко с воротником стойкой, я бы даже сказала, и макси-юбка. Топ стоит 4600 рублей, юбку я не открывала, не знаю, но я думаю тоже в районе примерно так вот. Также я нашла аналог этого топа на Wildberries, и он стоит чуть-чуть дешевле. Он стоит 2300 примерно рублей, он есть аж в трех цветах, он есть в бежевом, черном, розовом и белом цвете. Еще одна юбка длины миди, причем такой длины, знаете, как сейчас актуально в офисной эстетике, которая чуть-чуть прикрывает колено. Это юбка от бренда Ася Семенова, и стоит она 6000 рублей. Чем она меня зацепила, это тем, что у нее как раз-таки нестандартные пайетки. Они сделаны в виде дождика, а как мы знаем, на основе коллекции лета 2024 года любая бахрома у нас будет актуальна. И еще один вид пайеток, о котором я постоянно говорю, это пайетки необычных форм. И такую юбку я нашла в Личи, стоит она 6000 рублей, она есть в макси длине, как раз таки вот она стоит 6000 рублей. И есть она еще в длине мини, меня зацепила именно макси юбка, и она выполнена тоже из плотно пришитых квадратных прямоугольных пайеток. Очень напоминает эстетику Пако Рабанн. Юбка классно выглядит, как будто она не просто в пайетках, а как будто она прям из металла сделана. И последние две находки с Wildberries в этом разделе — это топ халтер такой от Манго в пайетках полностью. Чем мне понравился этот топ? Мне он понравился сочетанием спорта и шика. То есть мы берем обычную майку, причем у нее классно сделано то, что у нее X-образный вырез не только сзади, но и спереди. Это очень выглядит по-спортивному, но это майка в пайетках. И сочетание, этот микс стилей выглядит очень выигрышно, очень классно и современно. А второе платье с Wildberries, это платье от Love Republic, я не знаю, но старое или из новой коллекции. Оно супер простое, лаконичное, тоже в пайетках, таких очень плотных, классных, которые красиво переливаются, стоит 4000, у меня 300 рублей, плюс очень красивый цвет. Следующий раздел это вещи в белом или молочном, вообще в любом светлом цвете. Первое. Это юбка, которая идет в комплекте с кардиганом, но они раздельно продаются, но предполагается, что они носятся в комплекте. Очень-очень красивый комплект. Меня он зацепил еще в магазине. Он очень из такой ткани букле. Также там есть небольшая бахрома. На секундочку, тренд следующего года. Плюс этот комплект можно спокойно носить в обычной жизни. Вы дополняете вот как на модели его водолазкой, ковбойскими какими-нибудь жокейскими сапогами, жокейскими, не ковбойскими, и получается абсолютно повседневный классный лук. Также вы это дополняете какими-нибудь золотистыми босоножками или лодочками, можно сюда добавить какие-нибудь носки вместе с лодочками или босоножками, тоже актуальный вариант, или взять балетки с носками, и получается уже новогодний образ, плюс, например, серьги какие-нибудь. Очень красивый комплект, юбка стоит 8000, верх тоже 8000. И еще один шерстяной комплект белого цвета, тоже в Lime, это юбка и удлиненный такой лонгслив. Они выполнены из 100% шерсти, что будет невероятно согревать. Стоит юбка 9000 рублей,
А топ, точнее, лонгслив стоит, стоит тоже 9000 рублей. Дополняем его, опять же, какими-нибудь золотыми крупными серьгами, типа капельки от Bottega Veneta, и какими-нибудь туфлями-лодочками, или, опять же, балетками. А потом мы носим этот же комплект на работу, например. Или вы покупаете юбку и миксуете ее с тем топом из пайеток, который я показывала ранее. Следующее платье — это такое мято-сжатое платье от бренда Ася Семенова. Стоит оно 8000 рублей. Плюс, неизмеримый плюс этого платья в том, что его не нужно гладить. Вы его постирали, высушили, все, оно готово. Это для меня, для ленивого человека, просто потрясающе. Плюс здесь интересная такая драпировка посередине, и оно мне напоминает фасон платьев, который очень любит Хейли Бибер. Кому нравится ее стиль, вот, пожалуйста, можно присмотреться к такому платью. Следующее, что я бы хотела показать, это такая юбка атласная от Манго. Стоит она 7000 рублей. И даже сложно сказать, из какого она цвета, наверное, цвет слоновой кости, назовем его так. У этой юбки очень классные швы наружу, что добавляет ей такой немножко небрежности, гранжевости. И при этом крой очень напоминает крой юбки Годе. Про юбку Годе я уже рассказывала и писала в своем телеграм-канале. Это юбка, которая набирает сейчас обороты снова. Следующая юбка от бренда Studio 29, стоит она 9900. И она выполнена как будто бы в какую-то бахрому, она белого цвета, напоминает, ну, дождик, бахрому, что-то такое. Очень классная юбка, я бы ее, правда, не носила с таким же лонгсливом, который у нас здесь представлен, я бы ее как раз-таки надела с чем-то более спокойным сверху. Даже, например, с какой-нибудь майкой или танк-топ, или топ-халтер. Уже будет смотреться празднично, несмотря на то, что верх будет достаточно спокойный. Следующий топ, топ с Wildberries, лонгслив белый, стоит он 1700 рублей примерно. И этот топ действительно можно носить не только на Новый год, но, например, на Новый год его будет классно надеть с длинной макси-юбкой белого цвета. Также этот топ есть в черном и бежевом цвете. Вообще, мне кажется, он с AliExpress, поэтому в целом можно заказать на AliExpress. Но там будет идти он намного дольше. И последняя блуза из подборки. Это белая блуза из бренда Reserved, у нас он называется Re. И она такая классная, немножко в викторианском стиле. У нее тут такой цветок на шее, наверное, его можно снять. Раскольшенные рукава, в общем, та самая такая блуза, которую можно носить и в офис, и можно надеть как праздничную летящую такую достаточно изящную блузу на праздник. Следующие находки касаются топов без плечей. Это могут быть как топы-трубы, так и топы, у которых здесь такой кусок ткани, даже не знаю, как их назвать. В общем, первая, самая главная, самая классная для меня находка – это топ в личи. Стоит он 4400 рублей, и он просто офигенный. Топ-труба. У него расстегиваются нижние части, то есть можно формировать такую баску, которая будет актуальна в следующем сезоне. Но, на самом деле, этим летом она тоже была актуальна, то есть это такой не новый тренд, просто не очень распиаренный, скажем так. Но я бы его носила именно в застегнутом виде, чтобы это был такой супер облегающий топ-труба. Похожий топ есть у нас в Лиме за 7000 рублей, и он как раз-таки топ с баской, ее никуда не денешь, не снимешь, он уже будет с ней. Он в черном цвете и таком бархатном финише. А еще один топ, я почему-то думала, что это на самом деле платье, когда о нем говорила в прошлом видео, но это топ и юбка с бантиками. Топ у нас стоит 5600 рублей, это тоже топ-труба, и на самом деле очень классно смотрится вместе с юбкой. И завершает эту подборку два топа с открытыми плечами из бренда Cella, здесь она стоит 2000 рублей и идет в белом цвете, и из бренда Too Mood, он стоит 8980 рублей и идет в черном цвете. На самом деле вот подобные топы с плечами достаточно легко найти на Wildberries, я даже не стала делать подборку, потому что с этим, я думаю, справится каждый. И если я уже упомянула драпировки, давайте перейдем к ним. Здесь на самом деле очень много красивых находок. Первое, это топ из Манго. Просто невероятно красивый топ. Я, правда, не знаю, как он будет держаться, не будет ли он оголять полностью грудь, но надеюсь, что не будет. А если и будет, можно купить специальные силиконовые накладки или двусторонний специальный такой скотч для одежды, которым все это можно закрепить. Стоит он, конечно, недешево, он стоит 9000 рублей. Здесь в составе вискоза, то есть даже не шелк, за 9000 рублей можно было и шелка сделать.
Ну, в общем, топ очень красивый, очень в эстетике Сен-Лоран. Еще один красивый топ есть в бренде Reserved. У него очень необычная горловина, она из такого металлического обруча. Мне кажется, почему-то, если вам этот топ надоест, этот обруч можно вынуть. Потому что кажется, что он туда прям не вшит, и вы его просто расстегиваете и вынимаете оттуда. И у вас будет украшение, как бы отдельное. А потом вы его обратно вставляете, и у вас будет топ. Поэтому присмотритесь. И в Reserved'е еще одна находка, тоже которая совмещает сразу же несколько трендов. Это бахрома, это пайетки и это драпировки. И это такая юбка, которая напоминает по своему крою юбку, которую мы носим на пляж, когда вот так платок накидываем, завязываем на талии. Но эта юбка праздничная и на самом деле очень классная, в стиле 20-х. Вообще в Reserved'е, когда туда заходила, прям целый блок одежды выполнен в стиле 20-х годов 20 века. Это очень необычно. Я, опять же, в телеграм-канале писала, анализировала, почему сейчас в моде именно 20-е годы 20 века, а не нулевые. И, конечно, я нашла аж 3 платья с драпировками в Love Republic. Вообще, я не знаю, что это за магия, но каждый раз, когда я покупаю платье в Love Republic, оно идеально садится на всех девушках с различным типом фигуры, абсолютно. Я покупала их для съемок, и вот для какой девушки я не покупаю, оно садится классно. Прям попробуйте, поэкспериментируйте, примерьте одно из этих 3 платьев, например. Я думаю, на вас они тоже сядут классно, даже если на вешалке они такими не кажутся. Еще одно платье с драпировками есть в бренде Ася Семенова, оно стоит 6600 рублей примерно. В общем-то, классное платье с драпировками, не очень облегающего силуэта, длиной макси, черное, актуальное, красивое. И нашла для вас лонгслив бифри, стоит 1600 рублей, на нем тоже такие легкие драпировки. Этот лонгслив вам может пригодиться, если вы, например, выбираете яркий низ, яркую, куток в пайетках, юбку снизу. И вам, например, нужен базовый верх, и тогда вот этот лонгслив с драпировками будет как никогда кстати. Следующий блок, о котором я бы хотела поговорить, это сатиновые вещи, шелковые вещи, атласные вещи. И здесь я нашла юбку в Love Republic, она есть, по-моему, в черном еще цвете, но я хочу вам показать именно в бежевом. Выглядит она супер классно, она длины макси, и стоит она 4000 рублей, но есть еще такой вариант подешевле в Wildberries, естественно. И здесь она есть в черном цвете, такая модель здесь еще представлена в пайетках, но я такие пайетки вам не советую покупать. А я советую именно эту черную юбку, я ее сама себе заказывала. Она садится очень-очень классно. Вы можете посмотреть мой шортс в тематике там Хэллоуин, когда-то я тогда снимала, и там я как раз-таки примеряю эту юбку, и вы можете посмотреть, как она сидит. Но она действительно очень красивая, у нее классный крой, стоит всего 1800 рублей. На Новый год отлично. И потом ее тоже можно, естественно, носить. И я нашла еще платье. Оно, кстати, в красном цвете. У нас достаточно мало вещей получилось в подборке в красном цвете. А здесь прям такой новогодний цвет. Бренд Флигель. По-моему, это питерский бренд. Стоит оно 7990 рублей. И, конечно, у этого платья есть минус. Из-за того, что оно такое трикотажное, тоненькое, будет видно любой ваш объем бугорок на теле. Также очень хорошо будет видно белье, поэтому здесь супер важно брать бесшовное белье. И еще 3 вещи, которые я нашла в Личи, они такой из струящейся ткани. Первый комплект мне очень сильно понравился, он немножко такую напоминает эстетику Прада, это юбка Макси за 4800 примерно и приталенная рубашка. И вот здесь фишка, конечно, в этой рубашке. Она великолепна. Именно она создает такой вайб Прада. Ну и также, конечно, у него такой флер офисного стиля, который сейчас очень актуален, будет актуален в следующем году. Поэтому я советую присмотреться к этому комплекту. Рубашка просто отвал всего. Мне она очень нравится. И еще одна приталенная рубашка в Личи. Стоит 4500 рублей. Тоже имеет такой интересный блеск, выглядит уже не так в эстетике Прада, как предыдущая, но как вариант вот эту блузу можно, например, с брюками, с юбкой Макси, даже, например, можно составить полностью сатиновый образ, главное, чтобы цвет совпадал у юбки, у верха, например, взять предыдущую юбку, о которой я вам говорила, с Wildberries, и вот этот топ. Если у них цвета совпадают, все нормально, финиш совпадает, то можно надеть это в комплекте. Я еще держусь, надеюсь, вы тоже. Продолжаем, у нас осталось 2 блока.
один блог такой, знаете, который не подпал ни под один тренд, который я описывала в предыдущем видео, но тем не менее все вещи, естественно, здесь актуальны и очень красивые, но они одной тематикой просто не объединены. Первое это блейзер, ну, пиджак, жакет из Лиме за 10 тысяч рублей. Он очень красивый, ну просто невероятно сумасшедше красивый. У него вот эти золотые пуговицы выглядят очень винтажно. Сам фасон, такой диоровский new look, приталенный, с пышными рукавами, супер-супер тренд. Причем тренд не очень распиаренный, из-за этого вы будете выглядеть в нем уникальнее, чем если возьмете огромный пиджак а-ля Balenciaga. И также в Лиме есть жилет, но жилет не обычный классический, а он такого приталенного кроя, у него как будто бы чуть расклешается низ, создавая баску. Из-за этого жакет выглядит очень классно. Стоит он 6000 рублей. Твидовый пиджак, точнее пиджак под твид, потому что твид это все-таки определенный вид шерсти, который многие масс-маркет бренды, естественно, не используют, поэтому он под твид, назовем его так. Он из бренда Be Free, стоит 3600 рублей, очень красивый, тоже можно использовать для празднования Нового года, вот как на модели здесь с красной помадой, мне кажется, это отличное сочетание к такому твидовому пиджаку, и, конечно же, его можно носить в обычной жизни. Также в Be Free я нашла рубашку, которая поможет вам составить точь-в-точь лук, как у Валентина. Это рубашка, которая уже идет в комплекте с галстуком. Если вы, например, берете яркую юбку в пайетках, добавляете вот эту рубашку с галстуком, например, вы взяли ту юбку в пайетках из Личи и добавили эту рубашку, и будет очень красивый образ в эстетике Валентина. Более того, здесь такая рубашка есть в ярко-розовом цвете, а мы знаем, что Валентина несколько сезонов назад сделал коллекцию наполовину вот в таком розовом цвете, наполовину в черном. То есть это чисто такой цвет Валентина. Видимо, Be Free это просекли и вот сделали еще и рубашку в розовом оттенке. Также в Be Free мне понравились бархатные брюки за 3000 рублей. И подобные брюки есть за 8000 рублей в Лиме. И достаточно неожиданные для меня, думаю, для вас находки. Я их нашла на Wildberries. Они, естественно, сфотографированы не так классно, как это можно застилизовать. И думаю, вы бы на них не обратили внимания просто так. Первое, это обе юбки ГД. Первая в бархате с такими небольшими вкраплениями то ли страз, то ли блесток. Очень классно. Главное не стилизовать ее с кружевом, с гипюрами, чем-то таким, чтобы не сделать такой образ тетечки. С чем-то стилизуем более легким, актуальным и современным. А вторая юбка, это юбка тоже написана трапеция, но как будто бы она напоминает немножко юбку ГД. По фасону. Она есть в сером, бежевом цвете, и вот здесь в отзывах девушка показывает, как классно ее можно стилизовать. Это как раз-таки надеть яркий верх туда какой-нибудь, можно, например, топ в пайетках она надела, топ с мишурой. Не думала, что я буду примеры образов показывать из отзывов на Wildberries, но почему бы и нет, если классно на самом деле выглядит. То есть мы надеваем какой-то яркий топ, и вот вниз надеваем эту юбку, и вот здесь девушка надела сапоги, которые как раз-таки уходят под юбку и такую формируют одну длинную линию. В общем, класс. Написано в составе, что даже есть 30% шерсти, 20% кашемира, но стоит 3000 рублей, поэтому думайте сами, решайте сами. Я, если честно, не верю, что там может быть кашемир, но тем не менее. Юбка интересная. И последний блок, это блок аксессуаров, туфель, которые... Не полностью я, так скажем, сделала обзор на обувь, но я упоминала определенные туфли, это туфли с бантом. Поэтому я решила сделать именно подборку таких туфель, где их можно купить. И также здесь есть некоторые другие аксессуары, сейчас вы увидите. А если вы хотите полную подборку, где можно взять аксессуары, о которых я говорю в прошлом видео, трендовые аксессуары, заходите ко мне в телеграм-канал. Там я уже их делала, поэтому я ее сюда не дублирую и не повторяю. Итак, первое, это туфли из Лиме, стоят они 10 тысяч рублей, это балетки с бантом, те самые балетки, как у Валентина, вот, пожалуйста, бренд Лиме, пользуйтесь. Вторые туфли с бантом, это у нас от Манго, стоят они 6 тысяч рублей, это такие слингбеки, то есть туфли с открытой пяткой, тоже очень милый минималистичный бантик, советую. В Be Free я увидела ободок с бантиком, выглядит супер классно, он украшен стразами, еще здесь модель с короткой стрижкой, и мне кажется, это очень классное сочетание немножко такой мальчишеской небрежности с такой короткой прической и очень милого ободка. Мне прям понравилось, стоит всего 400 рублей.
И если вы ищете галстук отдельно, например, но не любите вот это завязывать эти галстуки, не знаете, как это правильно делается, в Sella уже есть галстук на защелке, его завязывать не надо, он атласный, стоит 600 рублей. И последние три находки из резерва. Первый — это слингбеки с таким выгнутым каблуком. Очень напоминают туфли от Bottega Veneta. Очень советую. Это такое переосмысление обычных черных лодочек. Еще одни балетки, но они не с бантом, а с такой розочкой. И они, эти балетки, очень напоминают эстетику бренда Magda Butrim. Последняя — это сумка из того же резервда. Как раз таки выполнена в стилистике винтажной, в стилистике 20-х годов 20 века. Это такой клатч, точнее редикюль небольшой, с бахромой из, я так понимаю, жемчуга, ну или это просто какой-то бисер. Но очень классно дополнить даже супер простой базовый черный образ. Но это были все те бюджетные находки, которыми я хотела с вами поделиться. Надеюсь, вам что-то из этого понравилось, что-то вам будет полезно, что-то вы пойдете, примерите или закажете. И не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, это очень помогает его продвижению, я буду вам очень благодарна. Ну а я благодарю вас за просмотр, всем пока!